Здесь не порывов ветра, металлическая лента звучит, как натянутая струна. Вместе с сотрудником Южного научного центра Российской академии наук измеряем не силу ветра, а расстояние от края обрыва до контрольной или реперной точки. Таких маячков, позволяющих фиксировать изменения границы между сушей и морем, по всему побережью Азовского моря более 60. 7 метров 10 сантиметров. Прошлогоднее значение было 8 метров. То есть, по сути, за год море забрало 90 сантиметров берега. За полвека уже 50 метров. Глыбы на горизонте – еще одно тому подтверждение. Это опоры каменного моста, который поглотило Азовское море. И вот-вот постучится в двери жителей села Веселовознесенка. Именно здесь западный ветер поднимает высокую волну. Зимой она имеет особую ударную силу.